Денек потягали, не знаю, что, троф, не троф. Для трофа маловато обычно, где-то к часу. Но сейчас посмотрим, ё-моё, кого зацепили. Трофчика при мне тут взяли уже. Не знаю, зашел как раз к утру и поклевочка, короче... Весь день с утра так и тягаю. Для трофа маловато по времени, маловато. Хотя венга, не знаю, я раньше на тагары часть тянул. Как с венгой тут. Посмотрим. Трофей, конечно, неплохо было бы. Косарь сразу Петровичу в карман. Жмяк, готово. Ё-моё. Давай, братис, трещи. Трещи, ломай катушки, ёптель-моптель, болты сыпьтесь. Угу. Бомбанем на всякий случай. Я не лезет больше Петрович. Блин, как всегда, объелся уже икрой тут по полной. Угу. Ладно. Все равно может быть. И трофей. Точнее, скорее всего. Губа-то отвалилась до клавиатуры уже. Ну, ё-моё. Надо, наверное, доставать быстрее антигубозакатывающую машинку. Не будет, да, трофей? Или, не понимаю. Я уже отвык вообще от сетров, уже забыл, чего, кого. Так, давай, братишка. Для трофа... Маловат, что-то мне кажется. Плавники должны быть здоровые такие вообще. Как у кита, ё-моё. А тут какой-то фан-шуй маленький. Давай, братишка. Иди сюда. Оба-на! Красава! Хо-хо-хо-хо! Тысяча лет, тысяча зим. Братишка осетровый. Ёптель-моптель. Все. Петровичу можно забухать, короче, по полной. По красоте. Вообще отлично. Вообще отлично. Блин, я рад безумно. Рад безумно. И там бубенит что-то. Ну ладно, там это будет. Вот такой коротенький видосик как раз закину. Что, нормально? По красоте. Отлично, отлично. Так. На этом мы закончим. Все знают, наверное, точку, да? Какая точка, на что клюет. На раковую шейку взял, прикорм краб и мидии, эклипса 19. Ловил на нейлон 43,6. Без поводков, без всего. Крючок большой, ой, точнее, огромная единица. Так что так. Ребят, рад безумно. Давайте, всем удачки, всем таких же, даже покрупнее можно, синих.